Девушка, здравствуйте. На румынском, на русском, как здесь тротуар. Нельзя ездить здесь. Общественное движение. Стоп-хам. А, у вас. Да. Все. Спасибо. Вопрос, есть парковка за. Осторожно, там машина отъезжает. За Пловдивом есть парковка. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Муназива. Я тротуар дом, интерзиции паркария. Есть и паркария до Пловдив. Да, сочин. Ну и паркария. Сочинство. Тротуару. Основные тротуары. Есть и паркария. Ну, есть и паркария. Ну. Ну, не регули. Пацаны, вот это регули. Паркария регули. Да у вас тратится. Не давите людей на тротуаре, мужчина. Я никого не давлю. Говорите по-русски. Ну-ка, укладцу амени. Как будто что-то меняет, если я говорю на румынском. Вы меня все равно не понимаете. С кем вы думали? Вацац, регули, черкулаци. У нас штиц, регули, черкулаци, да? А еще есть всем, которые пермите апарка? Всему. П. Штиц кумараты, да? Есть? Ну, града, есть. Есть. Дом, ну, града, ограда, еще тротуар. А еще ты ограда, думали. Я как-то и ограда. Ту, ну, пари рел. Я рам пари рел дом. Как вы думаете, это тротуар или парковка? Это тротуар, а там парковка. Покажите, где здесь знак, что это парковочные места. Это считается парковка. Кем нет, считается? Нет, не считается. Простите, мы только кем что... считается? А что? Вами. Но вами это считается. Не парковка. Это люди незаконно поставили машины. Это не парковка. Где написано, что незаконно? Ну что значит, где написано? Что законно? Покажите мне, что здесь стоит знак парковка. Да что? Ответьте, пожалуйста, вы стоите на тротуаре. Вы юрист? Да, юрист, вы говорите такие вещи, если вы юрист. Что незаконно, то законно. Да вы говорите полную ерунду. Вы считаете... Записать можно вот подобное высказывание? А вы что говорите? Мы говорим, что это тротуар. Нету знака. Спасибо за понимание. Парковка есть за магазином Пловдив. Что вы делаете? Нет, это так чуть вперед. Зачем чуть вперед? Это тротуар. Назад давай. А это можно, да? Да. Здорово. Саша. Вася. Почему, пацаны, вы на меня боитесь? Вот, не кричите, пожалуйста. Хорошо. В данном случае меня волнует, я сам себя волную. Ну вот смотрите. Почему вот ты меня доколоса, а до них нет? Вот смотрите, машина едет. Можно да. Это нет? Добрый день, общественное движение «Стоп-хам». Меня выбрали. Уже? Нет. Спасибо. Все подряд, кто едет сюда. Да. Я думал, что вы до меня едете. Нет, да вы что? Нет. Добрый день. Общественное движение «Стоп-хам» в Молдове. Это тротуар, и здесь нельзя ездить. Так я на парковку еду. Здесь нет парковки. Как нет? Это что по-вашему? Это не парковка, это тротуар. Вы видите где-то знак, который говорит о том, что здесь парковка? Ребята, парковки магазинов, которые здесь расположены. Вы заблуждаетесь. Это не парковка. Это тротуар. А вот давайте спросим у банка, у работников банка. Да, давайте, без проблем. А вы ему три бары. Да, вот кто... Паркаре оставил вас? Ну? Ну? Ну, це мес пен приехал. Ну что, друзья, в очередной раз мы развеяли заблуждение о том, что здесь парковка. Здесь не парковка, здесь тротуар. Как вы могли видеть, даже работники банка возмущены тем, что здесь паркуют машины, тем самым блокируя вход в банк. Да, еще момент. Мы видим, что тротуар широкий. В принципе, места для парковок есть. Но проблема в том, что попасть на эти места можно только проехав по тротуару. И так как тротуар здесь метров 200, очень много машин постоянно ездят по тротуару. О, смотрите, как раз ездят. И здесь постоянно ездят по этому тротуару, и проблема явная. В принципе, гипотетически можно было бы, да, разделить этот тротуар на две части, с одной стороны оборудовать парковку, с другой стороны тротуар. Но давайте подумаем, готовы ли мы жертвовать нашим красивым зеленым городом ради парковок. Ведь в перспективе мы можем очутиться в городе, где
сплошная, одна большая сплошная парковка.